не человек, которому ничего эти слова не скажут. Человек, который смог бы забыть о том, что когда-то тишину разорвали грохот танков, рев военных самолетов. Эти слова – долгий рассказ о войне. Войне, которая сломала жизни миллионов простых людей. Основанная на реальных событиях, написанная простым бойцом повесть Бориса Васильева, стала книгой памяти русского народа. Мюзикл на данное произведение вам сейчас и продемонстрирует студент Института транспортных инженерных систем и техносферной безопасности Хрунина Мария. Под ваши громкие аплодисменты. Вот здесь немцев мы и будем ожидать. По моему расчету, явятся они сюда через 4 часа. А пока разрешаю приготовить обед, умыться, наверное, отдохнуть. Я приготовлю. У меня Вадька с мамой кашевали, поручили. Замечу ты, вылез в моего вагонь тут же. Ясно говорю? Трех великих океанов, она лежит, раскинув берега, покрыта сеткой меридианов, непобедима, широка, горда. Но в час, когда последняя граната уже занесена в твоей руке, и в краткий миг припомнить разум надо все, что у нас осталось вдалеке, ты вспоминаешь и страну большую, какую ты изъездил и узнал. Ты вспоминаешь родину такую, какую ее ты в детстве увидал. Клочок земли, припавший к трем березам, далекую дорогу за леском, речонку со скрипучим перевозом, песчаный берег с низким рудником. Вот где нам посчастливилось родиться, где на всю жизнь до смерти мы нашли ту горсть земли, которая годится, чтоб видеть в ней приметы всей земли. Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы. Да, нужно голодать и голодать, идти на смерть. Но эти три березы при жизни никому нельзя отдать. Что положил, занеся на полицию.
А вы со мной спеть обещались, товарищ старшина? Вы мне как папа были. А вы у нас хороший, товарищ старшина. А вы помните моего сыночка, ёжика? Ну зачем вы так, товарищ старшина? Все же понятно, война была. Сбивал тебя с ног, был как солнце чужой, как ранен, и не знал за значение того, и не знал, что бунт прошагнет, а дорога вела от порога, журналисты была, а порой было словно свет. Ломалась и тянулась дорога, и мечтала.